Сержант Помогайло. Вот, слышь, инспекция. Ну что? А что? Что-что? Палки выше плеч. Ваши документы. Какие документы? Что, документов, значит, нет, да? О, крепление, говоришь, да? Техосмотр давно проходили, а? Какой техосмотр? Так, вопросы здесь задаю я. Значит, техосмотр не проходили. Смазку давно меняли, и вообще, куда вы едете? В парк я еду. Парк, говоришь, да? Такси, значит, и без документов. Пьяный, наверное. А ну-ка, дыхни мне в эту трубочку. Проверим тебя. Что это такое? Чеснок. Чеснок? Так, значит, будем платить штраф, чеснок. Какой штраф? Я в парке, у меня денег нет, кармана даже нет. Так, значит, денег нет, документов нет. В пьяном состоянии. Значит, снимаю с тебя номера. Приедешь завтра в ГАИ, заплатишь штраф, получишь номера. А сейчас давай, шуруй, и создавай пробку. Сержант Помогайло, вы чем не занимаетесь, гражданин? Я вас штрафую за незаконную порубку зеленых насаждений. Вы имеете право на один телефонный звонок, имеете право на адвоката одного, имеете право не отвечать на мой вопрос один. Ваши документы. А, вот, вот, вот мои документы. Фамилия, имя, отчество. Дед Мороз. Кто? Какой Мороз? Какой дед? Вы чем мне мозги морозите? Почему нос красный? А ну, дыхните, дыхните. Я Дед Мороз, красный нос. В лес пришел, елочку нашел. А чего с вами рифмы разговариваете? Чистосердечное признание облегчит вам ваше наказание. Так, короче, я вас штрафую. Ведь известно вам, друзья, что седой волшебник я. Я тебя не остужу. Хочешь, фокус покажу.